А сейчас буду готовить пюре из цветной капусты. Вроде и не сложно, но нужно готовить. Так как на кето употреблять картошку нельзя, иногда нам нужен гарнир, поэтому картофельное пюре заменяем на цветную капусту. Капусту промыла, разрезала на соцветия, залила водой и ставлю на плиту. После закипания капусту варю 5 минут. Нужно присолить по вкусу. Тем временем приготовила сливочное масло жирностью 82,5%, 15 грамм. И натерла сыр 30 грамм. Далее сливаю воду. И нужно прибить блендером. Закинула масло и сыр, и наше пюре готово.